если вам нужен фейковый номер телефона для получения СМС. Как сделать фейковый номер телефона для получения СМС? Для регистрации на многих сайтах требуется подтверждение по СМС. Но многие не хотят распространять свой номер телефона. Расскажем, как сделать фейковый, одноразовый номер для регистрации на сайтах. Где взять одноразовый номер для регистрации на сайтах? Одноразовые номера – обобщенное название для номеров, которыми абонент может временно воспользоваться для своих нужд. Их предоставляют различные сервисы, которые можно найти в открытом доступе. Для использования одноразовых номеров не нужно скачивать или устанавливать программы, а также покупать сим-карты. Достаточно зайти на сайт одного из доступных сервисов, которые предоставляют такие номера, и начать использование. В зависимости от сервиса, процесс использования будет немного отличаться. Сервисы делятся на несколько видов. Бесплатные. На них доступные номера расположены в общем доступе. Ими может воспользоваться кто угодно. Платные за СМС. Пользователь получает уникальный номер, но платит за каждое СМС-сообщение, которое на него поступит. Платный за номер. Пользователь платит за получение уникального номера, на котором без ограничений может получать СМС. Бесплатный одноразовый номер. Тип сервиса стоит выбирать исходя из целей. Если пользователю требуется единичная регистрация на сайте, подойдет первый тип. К таким сервисам относятся все три сервиса работают по одинаковой схеме. Пользователь заходит на сайт и выбирает один из доступных номеров. Для этого не нужно создавать учетную запись. Номера находятся на главной странице, можно выбрать любой. На сайте для регистрации пользователю нужно ввести выбранный номер. СМС-сообщение отразится в общем списке на странице сервиса. Так как этим номером пользуются и другие люди, нужное сообщение придется поискать среди других. Важно! Сообщение, отправленное на выбранный номер, может увидеть любой пользователь этого же сервиса. Поэтому не рекомендуется получать на него конфиденциальные СМС. Например, из банковских организаций. Кроме того, код из сообщения стоит оперативно скопировать, так как со временем оно может потеряться в потоке СМС других пользователей. Платные сервисы для получения одноразовых номеров. Если пользователю нужно зарегистрироваться сразу на нескольких площадках одновременно, или нужно приобрести уникальный номер, которым не пользуются другие люди, нужно обратить внимание на платные площадки. Здесь номер телефона придется оплатить, либо платить за каждую полученную СМС. Детали и условия узнавайте на сервисах.